Всем привет! Продолжаем путешествовать по Петербургу, по моему городу. Живу я на Васильевском. Решил посмотреть дома, которые здесь находятся, и о которых есть какая-то информация. Пользуюсь я сайтом City Walls. Итак, 4-я линия Васильевского острова, дом 45. Архитекторы Фири де Пиньи Бруни. Год постройки 1860, 1876, 1878. Итак, вот что написано на сайте City Walls. 1848 год. Архитектор Андреев Алексей Симонович. Левая часть. 1876. Архитектор Бруни Александр Константинович. Надстройка. Левая часть. Четырехэтажная. 1876-1877. Академик архитектуры Бруни Александр Константинович. Средняя часть. И 1860-й архитектор Фири де Пиньи Евгений Ипполитович. Трехэтажная часть, правая часть. Здесь находилась фабрика у братьев Бух. Фортепианная фабрика Бека. Производственное сооружение пуговичной фабрики Буха. В этом доме жили Николай Николаевич Там, архитектор. Архитектор Владимир Андреевич Шрейбер с 1894 по 1900 год. А там жил с 1896 по 1897. И, наконец, выдающийся белорусский поэт Янка Купала. Он здесь жил с 1909 по 1913 год. Здесь есть мемориальная доска. Ну вот, вкратце о доме номер 45 по 4-й линии Васильевского острова. Пользовался данными Википедии. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Всего хорошего.